все. Вот этот не любит шипеть. Стой! Иди ко мне. Мне вкусно пахнет, да. Стой, 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 стой! Что, не оценил? Он рычит. А мы же раньше делали, типа, если он не давался, мы его будку обрывали. Кузя тут нарыл, прям нарыл. Он обтирается, чтобы запах был. А этот довольный будет сейчас. Ой, Лика-то как радуется. Ой, Лика-то как радуется. Дым, дым ты гдым, дым ты гдым. Ну, придется туда лезть, и что делать-то? Лика линяет, серая такая стала. Она боится этих пшитов. Они все их не любят. Лялечка, ну что ты там сидишь, иди сюда. Пойдем. Лялечка. Да не бойся. Да она запах уже учила. Она боится этих пшитов. Конечно, она учила эту хуйню. Ля-ля. Как ей не нравится. Лёля. Еще один. Все. Чарли что-то не доел ничего. Ты видела у Чарли глаза? Ну что? Большие? А? Чарли. Чарли, ты чего боишься-то? Выходи. Все пересялись. Ты посмотри, как он не хочет. Вылазь давай, вылазь. Иди сюда. Чего, пойдем.
Пойдем, пойдем. Доел. Во, самое то. Не нравится? Она хочет к пэткам. Ну, к пэткам только лезьте. Зато пэпки не кусаются. Прикинь, чё? Чё? У меня пипа полечала. Да ладно. У меня пипа. Красотки. Либо это она такая недовольная, либо она полечала. А, гулять с ними почаще. Ух ты! Не кушает. Кушает, конечно. У него железный отмаз. Ha!
началось бешенство, да? Разбесились. Не трогай! Я и так все поцарапала. Держу. А что, не мало? Нет. Мама! Ну, за Хомой, наверное, лезть и придется. Гаечка, вылазь. Но он уже извиняться прибежал. Да, Джекушка? Он просто не рассчитал свои силы. Он очень рад. Он хочет бегать, гулять. И вообще он хочет домой. Воду пролили, надо налить. Воду, ты что делаешь-то? Миша разбивает. Вечером, что ли? Сейчас он выскочит, переведет тебя. Какой толстый. А что, Дося тоньше? Да. Да ладно. Успела? 4 пшика. Мало. Он не 20 килограмм. Он все 30 весит. А то и больше. Сколько лет? Ну хотя бы еще 2-3. И ты на шерсть больше-то попала, не на кожу. Артист, ты чего? Ты хороший парень. Не пизди. Ну посмотри, где гуль, по-моему. Порося, два порося друг друга объедаете, да? У них сейчас дудки воняют. Тут у нас еще кладезь. Как в сундуке сидят. Ну, Браун у него без проблем, ему укол можно поставить. У нас самые такие, Фрося и артист. Она так тёрзнула чайком, ну, смотри. Жирком. Кожа она тёргает, а не жирком. Это жирок, она толстая. Ой, уж прямо толстая. Посмотри, какие складочки. А вот она огрызалась в прошлом году на меня. Ну, все равно надо. Что делать? Тебе она надо 4. Она губами дёргает. Фрося! Что такая проблемная? Что ты чего делаешь? Там купаешься. Фрося, смотри на меня. Фрося, я здесь. Фрося!
Уже на браун снял. Ну, все. Уткнулась бы ты в угол, мы бы тебе сделали. Ведь в углу не сидит. Еще два пшика надо всего. Уже звоняла. Фрося. На. Фрося, иди сюда. Только не в глаза. Не в глаза. На лоб-то попало уже. Губами идем. Миша! Ты же у меня и так красивая чистая шкурка. И я не чешусь. А вы мне еще это навоняли. Ты же я сейчас как прошлогодний пёс звонит. Этого, по-моему, обрабатывала куратор. Не знаю. Но хуже-то не будет. Барс-то он не сильный, не крепкий. Там всякое весит. Да, они вкусно пахнут. А Злата? Злата я уже поискала. Ну ладно. Что это было? Это было кошачье оскорбление. Собачьим барсом его брызнули. Как так меня посмели? Ну так-то его в клинике тоже обрабатывали, но это было давно и неправда. Да? Я ему так... Подорожник! Подорожник! Ему не нравится! Он мне не любит!